Привет, у микрофона Маров Дмитрий, вы смотрите создание динамического веб-сайта на канале LoftBlog, приятного просмотра. В этом видео мы научимся взаимодействовать с базой данных, используя ПДО, освоим основные принципы защиты сайта и базы данных, а также реализуем регистрацию и авторизацию пользователя. Работа с базами данных, безусловно, является важной частью создания динамического веб-сайта. Есть несколько способов взаимодействовать с базой данных посредством PHP. В нашем случае можно выделить два основных из них. Первый – работа через библиотеку MySQLe, и второй – работа через драйвер PDO. PDO – это расширение для PHP, предоставляющее разработчику универсальный интерфейс для доступа к различным базам данных. Это одно из ключевых отличий от библиотеки MySQLe. В общем, поддерживается около 12 типов баз данных. Следовательно, PDO является более предпочтительным вариантом. Создадим файл db.php, в котором настроим соединение с базой данных, а также объявим переменные, которые понадобятся нам чуть позже. Для того, чтобы установить соединение с базой данных, необходимо создать объект класса PDO. При создании объекта в конструктор класса нужно передать 4 параметра. Первым – название драйвера, адрес сервера, имя базы данных и кодировку. Вторым – имя пользователя базы данных, и третьим – пароль. Последним параметром передается ассоциативный массив, содержащий дополнительные настройки ПДО и драйвера базы данных. Одна из настроек, которая обязательно должна присутствовать, это метод обработки ошибок. Режим ПДО RModException означает, что ошибки будут вызывать исключения и остановку скрипта. Но бывают случаи, когда хотелось бы как-то контролировать ситуацию, чтобы скрипт не просто остановился, а сделал еще что-то разумное. Как раз для этого существует конструкция try-catch. В блок try мы помещаем то, где может возникнуть ошибка. В случае, если ошибка не возникла, блок catch игнорируется. Если же возникла, то выполнение try прерывается, и интерпретатор перепрыгивает в начало блока catch. В catch мы указываем, исключение каких классов хотим ловить, и указываем переменную, которая будет содержать информацию об ошибке. Функция die приводит к завершению работы скрипта и выводу переданного сообщения. Умышленно сделаем ошибку и проверим отображение страницы. После того, как мы произвели соединение с необходимой для работы базой данных, мы можем приступить к выполнению запросов. Для выполнения запроса используется несколько методов. Метод query используется в том случае, когда в запрос не передаются никакие переменные. Связано это с тем, что данный метод является незащищенным. В качестве результата возвращается новый объект класса PDOStatement, который мы сохраняем в переменную result. Чтобы получить данные, нужно вызвать метод fetch объекта result, однако перед его вызовом желательно передать в качестве аргумента параметр требуемых данных. Есть множество вариантов, но основными являются следующие. PDO fetch num возвращает обычный пронумерованный массив. PDO fetch assoc возвращает ассоциативный массив с названиями столбцов в виде ключей. PDO fetch both возвращает пронумерованный и ассоциативный массив одновременно. Это параметр по умолчанию. И PDO fetch obj возвращает строку как объект с именами свойств, которые соответствуют именам столбцов. На практике обычно хватает fetch assoc и fetch obj. При каждом вызове метода мы последовательно будем получать новые строки. Легче всего вывести все строки, поместив это выражение в цикл while. Разберем, что здесь происходит. При каждой итерации результат метода fetch будет помещен в переменную row. В случае, если таблица больше не будет содержать строк для вывода, переменной row будет присвоено значение false, и цикл прервется. Также существует метод fetch all, который возвращает сразу все строки таблицы, но в виде многомерного массива. До этого момента в SQL-запросы мы не помещали никаких внешних данных, например, какой-нибудь пользовательский ввод. Если же в SQL-запрос передается хотя бы одна переменная, то этот запрос в обязательном порядке должен выполняться через подготовленные выражения. Что это такое? Это обычный SQL-запрос, в котором вместо переменной ставится placeholder. PDO поддерживает позиционные placeholder'ы и именованные placeholder'ы. Разберем сначала использование именованных плейсхолдеров. Чтобы выполнить такой запрос, сначала его нужно подготовить с помощью функции prepare, а результат поместим в переменную, например, stmt.
После используем метод execute для запуска подготовленного запроса, предварительно передав в качестве аргумента ассоциативный массив, в котором ключи должны совпадать с именами плейсхолдеров. Ассоциативный массив можно было заранее поместить в переменную и передать уже ее в качестве аргумента. После выполнения execute можно извлекать данные из переменной stmt. Посмотрим на содержимое переменной rows при помощи функции vardump. При использовании позиционных плейсхолдеров мы вместо значений указываем вопросительный знак, а в execute передаем обычный массив, содержащий значения для вставки в плейсхолдеры в строго последовательном порядке. Подготовленные выражения защищают нашу базу данных от SQL-инъекций, но остается еще одна причина беспокойства – это межсайтовый скриптинг. Эта разновидность внедрения происходит в том случае, когда пользователь что-то вводит, а затем введенная им информация отображается на сайте. Одним из таких уязвимых мест является форма для комментариев. Чаще всего злоумышленник пытается написать код, ворующий у пользователей сайта куки, добыв которые можно получить доступ к нежелательной информации. Чтобы предотвратить это, нужно лишь применить функцию HTML Entities на пользовательский ввод. В результате вернется безвредный аналог написанного. Убедимся в этом, проверив исходный код страницы. В Google Chrome это можно сделать, нажав сочетание клавиш Ctrl-U. Как видим, специальные символы преобразовались в HTML-сущности. Имея в виду все вышеперечисленное, можно со спокойной душой добавлять запись, содержащую пользовательский ввод, в базу данных, когда это потребуется. Как начинающие скульпторы, но будущие мастера, создадим сначала нечто тривиальное – форму регистрации. Для начала, используя командную строку, зайдем в нашу базу данных и добавим новую таблицу Users. Первым столбцом таблицы будет ID, который имеет тип данных int с автоматическим приращением и, следовательно, является первичным ключом. Также в таблице будет храниться логин пользователя. Этот столбец будет типа varchar с максимальной длиной в 20 символов, и он обязательно должен иметь значение. То же самое справедливо и для последнего столбца, который будет хранить пароль пользователя. Но длина поля будет до 255 символов. Теперь создадим файл signup.php. Он будет отображать разметку для пользователя. И файл req.php. В нем будет содержаться логика сервера. В файл signup.php добавим форму регистрации. А в конце ссылку на будущую страницу авторизации. Для отправки на сервер конфиденциальной информации, такой как пароль, необходимо использовать метод post. Более подробно о выборе методов запроса мы поговорим в следующих уроках. В атрибуте action указываем URL, куда будут отправляться данные. В нашем случае это скрипт req.php, который будет обрабатывать форму. После того, как мы нажмем кнопку «Зарегистрироваться», на сервер отправится запрос. Данные формы будут помещаться в ассоциативный массив по имени post или get, в зависимости от того, какой метод используется. Они являются суперглобальными переменными. Это просто означает, что они доступны в любой части скрипта. Если в форме есть поле с именем login, то в массиве post будет элемент с ключом login. Скрипт req будет выглядеть следующим образом. Сперва обязательно запрашиваем файл db.php, чтобы взаимодействовать с базой данных. Затем помещаем логин и пароль в переменные, предварительно применив к ним функцию trim, которая удаляет пробелы из начала и конца строки. Далее проверим эти значения функцией empty. Если значения отсутствуют, то есть пользователь ничего не ввел, тогда вернется true. Мы же сделаем проверку на наличие значения при помощи оператора не. Также сразу создадим блок else, куда поместим сообщение об ошибке. В блоке if подготовим SQL-запрос с именными плейсхолдерами для добавления записи в таблицу. Пароль в базе данных никогда не должен храниться в открытом виде. Его обязательно нужно шифровать. В PHP можно воспользоваться мощным алгоритмом шифрования bcrypt, и делается это при помощи функции passwordhash. Все это нужно для того, чтобы злоумышленники, получившие доступ к информации в базе данных, не смогли узнать первоначальный пароль, который вводится при регистрации. И в конце выведем сообщение об успешной регистрации. На этот раз добавим возможность авторизации. Создадим файл signin.php, который будет содержать форму авторизации и ссылку на форму регистрации. А также создадим файл out.php, где будет выполняться авторизация пользователя. И главное не забыть запросить файл db.php.
поместим логин и пароль в переменные и сделаем аналогичную проверку на наличие ввода. Чтобы авторизовать пользователя, нужно выполнить SQL-запрос, который вернет столбец password для последующей проверки, при условии, что логин в базе данных совпадает с логином, введенным пользователем. А также дополнительно запросим столбец логин, чтобы вывести его в качестве приветствия. В реальном проекте на его месте может быть имя пользователя или другая полезная информация. Присвоим результат запроса переменной user, а в качестве параметра у метода fetch укажем PDO fetch object. Если в результате запроса ничего не вернулось, то переменной user будет присвоено значение false. Это можно использовать для построения условия. Если переменная имеет значение, то PHP интерпретирует ее как true и выполнит следующий код. На данном этапе мы достали зашифрованный пароль, и для того, чтобы сравнить его с введенным пользователем, в PHP существует функция passwordVerify. Первым аргументом передается введенный пароль, а вторым – зашифрованный. Если пароль совпадает, выполнится инструкция в блоке if, а в нем мы сделаем редирект пользователя на страничку администратора, добавив заголовок к пересылаемому документу при помощи функции header. Иначе выведем сообщение об ошибке. Создадим страницу администратора и выведем приветствие. В результате, если мы попробуем ввести неверный пароль, скрипт нас предупредит, что что-то не так. Если же введенные данные верны, мы попадем на страницу администратора. На этом данный урок закончен. С вами был Маров Дмитрий, вы смотрели создание динамического веб-сайта на канале LoftBlog. Ждем ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!